Мы скачали много новых аниматроников и попросили в комментариях, чтобы мы сняли обзор, какой аниматроник самый быстрый. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, крошка-крошка, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Мы берем каждый по аниматронику, и у кого самый быстрый, он его не меняет. И в конце ролика мы увидим, какой же аниматроник самый быстрый и крутой. Если опять покушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. 3, 2, 1, погнали. Я чуть быстрее. Это быстрее. Я так понимаю, что я взял какого-то вообще, блин, жопоглового. Еле бег. Блумбэ, ты чё такой медленный? Да он же маленький еще, ты чё? Надеюсь, сейчас мне аниматроник будет немножечко быстрее. Так, у них есть же разные режимы? А нет, режим один и тот же. У этих нет. Один, два, три. Погнали. Вот, я быстрее, смотрите. Я быстрее. Да, по-моему, ну ты чуть быстрее. А интересно, кто бы... ОЛТВ быстрее? Да-да-да. Блин, я так хотел победить хоть раз, но надеюсь, что в этом ролике я найду аниматроника, который будет быстрее вас. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Ну и вот и все. Молодец, ОЛТВ. Пока у тебя аниматроник, конечно же, быстрый. Так, я думаю, что баллон боев даже не имеет смысла брать. Но он очень медленный. Ну бери мангл. Ну давай тогда мангл возьму. Спасибо тебе, Максим, ты очень добрый. 3, 2, 1. Стартуем. Ну тут понятно. Ого, мужики. У тебя аж уши за спину заворачиваются. И ты еще зигзагами бежишь, и при этом ты все равно быстрее нас. А я сам. Вот, я быстрее, смотрите. Молодец, ЛТВ. Стартуем. Ого, смотрите, как я бегу. Но при этом я догоняю тебя, смотри, Максим. Да не. Да вроде бы догоняю. Да не. Так я так и не понял, кто быстрее стартанул криво. Стойте, два часа назад тоже побежим. Что-то не так. Да еще один. Отчитывайте вы, чтобы я не накосячил. Давай. 3, 2, 1. Да вроде бы одинаково бежим. Да нет, ты отстаешь. Фокси быстрее, Фокси быстрее. Хорошо, Фокси победил. Да ну отвалит! Да ты опять! Ребята, мы не можем ролики записывать на серьезных щах. У нас постоянно какая-то дичь творится. Но мне это нравится. 1, 2, 3. Погнали. Да что мне сегодня аниматроники какие-то медленно появляются? Попадаются. Все-таки Фокси сделал всех. Чуть быстрее, либо просто криво нать. Да! Правильно и сделал. Не, Фокси был быстрее, пацаны. Это прям было очевидно. Выиграет самый быстрый. 1, 2, 3. Есть, ну, наконец. Я помчал, мужики. У Фокси такая странная походка. Что у тебя там с крюком? Эй, отвали от меня. Да ты можешь не убить? А, вот так, да? Хорошо. Я так прикольно лег. Подобиделся немножечко, такое бывает. 1, 2, 3. Ого, мне так прикольно походка ногами. Что, Максим? Слился, щенок! Да я после туалета. Странно. Аниматроники разве ходят в туалет? Ребята, напишите в комментариях, ходят аниматроники в туалет или нет. Ты что, мне решил замочить? На тебе! Вот так теперь и стой там. Классная походка. Так ногами дергает. 3, 2, 1. Мы с тобой одинаково бежим, смотри. Да, одинаково, но я быстрее. Ну так с такой походкой странная очень. Вы заметили, какой у Фокси хвост большой? Как будто мячик баскетбольный на жопе. Это очень странно. Эй, ты хочешь? А, ты опять хочешь? На тебе! Ребята, таким образом мы еще и выясняем, какой аниматроник самый мощный и сильный. Я подался. А, да? Молодец. 3, 2, 1. Ну... Все ставки делаю на Фокси. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, кто из этого пака аниматроников будет самый быстрый? Ты что, мне опять решил замочить? На тебе, щенок! Ну, иди. А ты, слышь, иди сюда! Такой скромный парень. А мочит хорошо, мне это нравится. Сейчас будет сражение двух Фокси. Один такой разрушенный, а второй новенький. Интересно, кто же будет быстрее? 3, 2, 1. Стартуем. Я быстрее. Ну, потому что ты более новее. Ну, да, я старый. Он дед уже. У тебя там уже аккумулятор подсевший.
Да. Ну что ты тут бежишь, горячий? Слышь ты, стоять! Стоять! Ребята, смотрите, всех зовут щенки! Блин, классно! Нам дать. Ребята, если вы хотите увидеть ролик, где мы будем делать битву аниматроников, напишите «Мы хотим, давай битву». Это, кстати, будет первый ролик, когда мы запишем битву аниматроников. Ну что, Фредди, ты готов проиграть мне? Да. Три? Ой, нет. 3, 2, 1. Ты проиграешь. Эй! Блин, Фокси опять стартанул. А мы с тобой наравне бежим, ты заметил? Давай, а нет. А хотя? Ты не можешь меня догнать. За это я тебе, знаешь, что сделаю? На тебе! Нет, на тебе! Я его убью. Правильно отомстил за меня, правильно и сделал. Сейчас будет битва поколений. Мангал, у тебя нормально там все с лобами? Ну, у тебя тоже не лучше. Ну, я тоже это, да, вижу, у меня провода там подзасохли. 3, 2, 1. Шифта идти, я буду быстрее. Я думаю, что еще надо ролик снять, какой аниматроник самый медленный. Я думаю, что марионетка победит. Да успокойся ты! Мы друг друга убили. А так можно? Да. Получается. А что, так можно было? 3, 2, 1. Не, ну опять я уделал вас. Ну понятно. Неужели он самый быстрый среди всех? Странно, я как-то бегу, у меня камера как будто назад немножко оттягивается. Ладно, да. Понятно. Так, иди сюда! Нет, слышь, нет, ты, нет. Стоять! Слышь, да? На тебе, на! На ай. Тебе. Да ты воспользовался моментом, когда... Ну ладно, хорошо. Мы опять всех убили. Убили всех и себя тоже, молодцы. Вот это у меня аниматроник разрушенный. Я хоть вообще могу ходить? Ладно. Давайте его тоже затестим. 1, 2, 3. Максим, все нормально? А что у тебя так? Голова телепается. Я слушаю рэп. Да что ж ты на крысу это делаешь? Ребята, мы решили затестить еще и Fight Fnet с Фредди с первой части. Так как у нас ролик должен быть веселый и насыщенный. Ну блин, он такой медленный, я думаю, что даже не моего смысла тестить, ну смотрите. Ладно, давайте я сразу другого возьму, ну понятно. Господи, ну что вы медленные такие. Так, я чеку возьму. Надеюсь, хоть один аниматроник с этого пака уделает этого Фокси. Я точно уверен в этом. 3, 2, 1. Мы с тобой одинаково. Есть говорить. Прогресс. Нет, я быстрее, я быстрее. Да ты запикал! Максим, отомсти! Да блин! На тебе! Щенок! Щенок! Так, ты кого берешь? Вот это лупоглазый, у которого глаза выпадают? Да? Хорошо, два я его возьму. У него еще коса... Ладно, это же Мишка, косолапа. Ладно, все сходит. Ого, я ногу тягаю, смотрите. Да, типа, это... Кастомная анимация. Давайте, 3, 2, 1. Максим, у тебя же эндоскелет, он должен быстро бегать. Чего ты бегаешь как? Отвали ты от меня. Так, короче, я знаю, что я сейчас буду делать. Максим, отомсти ему, пожалуйста. Давай. Ой, жопа. Да ты запекал. Выводы, какой аниматроник самый быстрый, мы еще делать не будем. Все-таки у нас есть еще что проверить, и мы сейчас это сделаем. Максим, ты какого берешь? Я беру Golden Freddy. А я возьму Фокси. Ой, какой он же он медленный. Ууу, я думал, что это будет прямой конкурент этому Фокси. 1, 2, 3. Смотри! Ага, только ага. Не мочи, не мочи, давай до конца добежим. А, все-таки ты быстрее. Максим, а ты там где? И ой, Максим не отстает, мы с тобой на одинаковой скорости, кстати. А теперь? На тебе, щенок. Ах, так как ты это делаешь, ребята? Вот это у меня мочит сегодня, неплохо. Я вижу, что появляется конкурент нашему Фокси, поэтому... Мы должны его выиграть! Хоть один аниматроник может это сделать? 1, 2, 3. Есть, наконец-то, Максим, красавчик! Молодец! Замочи его! Иди отсюда! Ха-ха, головешка! На тебе! На! Отлично! Хоть что-то я сделал сегодня полезное для себя! Олтовер, что ты хочешь сказать по тому поводу, что ты проиграл? Да, Фокси просто разродился. Батарейки или сели собак. У Фокси, я понял. 1, 2, 3. Отлично, я вы... А ну нет, ну кто они сегодня медленные? Ну мы одинаково с Golden Freddy, он чуть раньше стартанул. Давайте проверим, все-таки не мочите друг друга, давайте проверим. Решающая битва между аниматрониками. Кто же все-таки самый быстрый? 1, 2, 3.
Вы одинаковые, пацаны. Или все-таки кто-то догоняет? Не одинаково. Какие прикольные походки, это жесть просто. Да. Это первый ролик, когда мы сравниваем аниматроников по скорости. Получается, выиграло два аниматроника? Получается, да. Голден Фредди и Голден Бонни самые быстрые. А, ты меня хотел замочить? Да нет, я показал. Эй, а, вот так ты. Ребят, я знаю, что надо сделать. У меня есть для него сюрприз. Я тоже сюрприз. Давай, где ты? Я тоже эту штуку приготовил. Если понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.